Приветствую вас, друзья, ножеделы и ножевики, любители, так сказать, этого дела. Вот, значит, прошу прощения за съемку, снимаю, значит, с фотоаппарата и штатива не взял, к сожалению. Так что придется, видимо, вот так как-то снимать. Значит, три ножа, разрубим вот эти вот три коробки из-под, значит, сока и молока. Там вода. Вот, посмотрим, как они ножи режут. Ну, а более подробный обзор, наверное, я попозже сделаю. Вот, покажу, расскажу о них более подробно. Значит, по материалу. Ножи делались из циркулярной пилы по дереву, вот эти два. А этот, значит, из тяпка садовничья. Значит, очень, кстати, хороший металл. Потом я подробно расскажу. Вот. Ну, давайте тогда сейчас порубим, посмотрим. Что да как. Начну, значит, вот с этого красавца. Сейчас рубить будем параллельно земле. Справа влево. Секущее движение, да? Вот он вот здесь скрыл. Самым вот, видите? Молоко там было видно. Короче, там молоко было сухое, оказывается. Удурила я. Картонное. Значит, ладно, следующий нож. То же самое движение, уже поглубже я буду стараться за руку носить. На половину лезвия. То же самое. Резким движением просто. Вот этот вот посложнее пошел. Потому что у него заточка в линзу уже, у того стомесочная, а этот в линзу. В принципе, разрубил. Как раз оплатил. Вот так. И проехался, да. Распилил его. Так. Уберем. Прошу прощения, тут коллега.